помню из каких-то совершенно страшных лет, а именно с 1978 года. Черно-белое это уже надо себе позволить. То есть это уже то, что человек может. Это уже инструмент не для всех. И поэтому мы это ценим особенно, я думаю, его работы, любые работы, гуманистичные. Беспредельно гуманистичные. Он беспредельно добр, он беспредельно человечен. И Бог весь, как он это передает, я всегда восхищался и восхищаюсь им, потому что из самого обычного человека он умеет вытащить самое необычное и святое. Сожжена была не одна охапка дров в Прельбрусе, не одна тропинка протоптана. Вот. И вы знаете, Алик очень, в хорошем смысле этого слова, увлекающийся человек. Последний раз мы видели с ним год тому назад, и я удивился, как время берет свое, безусловно, как он не пыжились и топорщились. Но вот глаза человека – это действительно зеркало его души. У Алика очень молодые глаза. Вот. И я очень рад, что вот эта выставка состоялась.